Тихо все. Бодоборода. Путаница с волками. Здорово, дети. Привет, Бодоборода. Сегодня я научу вас пить какао. Бода, ты что, какао надо пить с молоком? Правда? Тогда я пошел в лес. Зачем? Как зачем? В лесу волки, а волки дают молоко. И живут в гнездах. Нет, в гнездах живут птицы, а не волки. Ах, опять за свое. Птицы молока не дают. Молоко дают коровы. Коровы. Волки, пойдем покажу. Так, волк, молоко давай. Ой. Кажется, это не та порода волков. Ой, кажется, я согласен найти специальную молочную породу. Буда, а где же ты найдешь молочную породу волков? Ну, конечно, на деревьях. Молочные волки летают по небу. Нет, в гнездах живут птицы, а не волки. Ах, опять за свое. Птицы молока не дают. А значит, на деревьях живут волки. А еда за молоком. Хм, странная бутылка. Как она открывается? Бода, это же яйцо. Что же вы сразу не сказали? Ой, морфики, это неправильное дерево. Молочные волки живут на специальных деревьях, которые растут в космосе. Земля, земля, я Бода, прием. Иду на стыковку, сливаю молоко. Хе-хе-хе. Ну что я говорил? Молоко дают волки. Понятно вам? Понятно, Бодоборода. А теперь героический укротитель волков Бода научит вас пить какао. Бода, какао надо в молоке растворять и пить. О, почему же вы мне раньше не сказали? Ты куда? За молоком. К корове? То есть, к волку? Нет, в магазин.